Сегодня может быть все, что угодно, друзья. Что ты волнуешься? Я вообще пипец. Моя красотка! Мань чуть ближе, 104 лучше! А сейчас будет царапать, когда втором клауте надо содрать глотки. 104 лучше! Соколова лучше! Мань, за сколько ты эту медаль столько заработала? За полтора сезона. Почему за сезон? За сезон. За полсезона. Получается, ты выступаешь сколько? 8 месяцев? 9? Нет, в мае будет скоро год, как я выступаю. Год, как ты выступаешь, да, Мань? И там код. Чуня! Ребят, если вам до сих пор не хватает мотивации, вот эта Маня заработала. За 11 месяцев, друзья, скоро будет год, как она выступает по фитнес-бикини. Надеюсь, завтра еще добавится. А вот это моя самая первая медалька. Вот, а еще у меня есть вот такая. Фитнес-бикини, Академия фитнес-бикини от мамы Насти. Это благословение на межсезон. Мы обещали жару в этом сезоне, она и будет. Сейчас. Приехали на регистрацию на чемпионат России. Самый серьезный и самый важный старт этого сезона, друзья. Даже Европа, ну Европа будет более, наверное, адекватная. Европа уже будет на релаксе. Да, на релаксе. Последний старт, он будет в Испании, там мы будем уже отдыхать. Короче, погнали на регистрацию. В полевых условиях называется. Как есть, да, Мань? Да, ну что сделать? Иван Мангустов, красавчик. Сколько, Мань? 62,2. А мы зарегистрировались. У меня номерок 104 в этот раз. Каких только номерков у меня уже не было. Я не знаю, какой из них счастливый, какой нет. Завтра будут лучшие юниорки России. Просто биться. Друзья, вот как Маша на самом деле готовится к соревнованиям. Вот день хлеб... соревнований день... самый счастливый день. Мало того, что ты красивый, так тебе еще может Нутелла с утра. Так, конечно, бывает не всегда. Но сегодня счастливый день. И утром он начинается с хлебца с Нутеллой. Сегодня может быть все, что угодно, друзья. Пусть тебе это чуть-чуть страшно. Мань, ну хоть чуть-чуть. Мандражик-то есть? Ну, бояться. 150 раз подряд. Все будет то же самое. Друзья, реально садитесь поудобнее перед экранами, потому что сейчас будет просто неизвестно что. Сейчас будет очень круто. Сейчас будем орать все. Весь СКК будет разорван. Маня, как всегда, смешная в шапочке. Нет, чуть выше. Вот так, да. А не хочется вниз его опустить? Не, вверх чуть-чуть. Мама фитнес плохого не посоветует. Машка, как себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо, но устала, потому что я не могу сесть из-за грима. А я встала сегодня в 6:30 утра, и я до сих пор на ногах, и у меня уже такое... Но в ней присяду я еще ближайшие 3-4 часа точно. Ну что, час настал, скоро выход Мани. Мы во все оружие. Даже борцуха здесь, прикиньте, а. Как я могла не прийти? Подснежник, господи, да. Все, ребята, сила за нами. Ты готова, Мать? Я готова. Все, идем болеть за Маню с борцушечкой. Че ты волнуешься? Я вообще пипец. Я больше Маша волнуемся. Моя красотка! Мань чуть ближе, 104 лучше! Отбирают пятнашку сейчас. Маня лучше! Маня очень круто! 104 лучше! Соколова лучше! 104 лучше! А сейчас будет орать, когда в первом клауте надо содрать глотки, чтобы все слышали, что Маня круче всех. Сейчас будет второй выход, отберут пятнашку. Маш, ты как? Могу сильно, пипец, не могу. А так ничего, мне понравилось. Ну ты крутая. Да? Да. Ты что думаешь?
Ты знаешь, что я думаю. Тёма, пятнашки лучше. Дальше биться, сейчас будет первый кулаут, что самое важное. Лучшее! Моя лучшая! Моя красотка! Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Scream from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all. Так, сравнение у Мани. Маня лучше! 104 лучшая! 104 лучше! Машка, топи! 104! 104 лучшая! Ну что, первый кулаут. Сейчас будет самое важное, друзья. Сейчас будем орать на первом кулауте. Не знаю, Маша, мне кажется, самая гармоничная, эффектная, одна из. 104! 104, красотка! Маня, тащи! Четыре, красотка! Как ты, Маш? Ну, я в первом коллауте. А там посмотрим. Топ-15 попало. Топ-15 просто, попали, слава богу. Просто верили, болели. Можно выиграть девочек, которые на лице? Хотелось бы всех выиграть, да. Но когда мы поворачиваемся спиной, я вижу в экран себя, я понимаю, что ну, все реально очень сильные спортсмены. Всем клево. Сильными очень крутыми. Интересно. Все сделано. Теперь осталось только выйти на награждение и знать результат. Ну что, друзья, Маня стала седьмая. То, что она расстроилась, это ничего не сказать. Повторяется история прошлого года. В том году она была девятая, в этом году седьмая. Манечка, я тебя люблю за то. Вот у меня лучше. Я шестая сегодня. Вся же седьмая. Маня у нас лучше всех, ну седьмая сегодня, ну такие дни должны быть. Сегодня я седьмая. Такие дни должны быть. Я рыдаю, я расстроилась, потому что я не умею проигрывать, хочется всегда быть первой. Расстроилась, ну ничего, приятная история, но это не повод сдаваться. Самое главное то, что у меня была нереально огромная поддержка, она была больше, чем у кого-либо, все за меня орали, пришло очень много ребят меня поддерживать. Я сейчас уходила из СКК, не хотела, честно говоря, ни с кем встречаться, потому что я расстроилась, и мне не хочется в таком виде перед вами быть, но тем не менее ребята выбегали, все со мной фоткались, мне подарили букет цветов, подарили книжки, все говорили, что я все равно молодец, и плевать, какое у меня место, это было очень приятно, это самое главное. Друзья, вот и закончился чемпионат России, уже завтра мы вылетаем на чемпионат Европы, пишите обязательно комментарии со словами поддержки Мани. Сегодня она поела, вот, надеемся, что Ванечка покажет гораздо лучший результат. Я буду стараться делать максимум. Но это была случайность, ребята, это действительно была случайность, поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, с вами был Лёха Столяров. Машка Соколова. Привет. Здорово, Лёха. Привет. Можно сфоткаться, да? Конечно, можно. Это так приятно, чтобы рядом.